войны. Да, согласен. Я прошу прощения, буквально минутку. Да, да. Вот показывали по телевизору встречу Путина вот с этими молодыми лидерами, которые прошли через вот это вот горнило, условно говоря, очередной клоунады, устроенной Кириенко и Щедровицким. Да, да, да. Послушайте, но мы же грамотные люди знают, что такое контора Щедровицкого, вот, что это школа методологов, которую создавал его отец. Что это вообще, по сути дела, саентологическая контора полумасонского, полу там какого-то типа, где воспитывают, значит, людей абсолютно управляемых и абсолютно манипулируемых. Значит, потом это выдают за некую общероссийскую программу подготовки лидеров, вешают лапшу нашему населению, я подозреваю, что и президенту страны, потом подсовывают ему дохлую кошку, приводят камеры, снимают этих новых лидеров, они стоят, улыбаются, значит, смотрят в рот этому и сидят и считают в калькуляторе. У них что здесь, проблема развития страны? Те императивы времени, с которыми они будут сталкиваться, во-первых, они никто и звать их никак. Слушайте, при Сталине что человека? Брали из глубинки, он был там заряжен организаторскими какими-то интеллектуальными способностями, в институт, на производство, в горком, обком, риском, потом в нарком и так далее, и так далее. И он показывал везде свою эффективность. Поэтому мы и росли так.